Всем привет! Вы попали на канал Heartless, это инфо, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как узнать знак зодиака вашего друга с помощью снэпчата. Итак, открываем приложение Snapchat, переходим во вкладку чаты и выбираем чат с нашим другом. Нажимаем на его никнейм, листаем немного ниже и видим вкладку знак зодиака. После чего вы можете прочитать краткий экскурс в этом случае в знак зодиака Водолей. А на этом все. Если это видео вам понравилось, оставляйте ваш отзыв в комментариях, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и еще увидимся.